и кошачий взгляд. О нем в сырой темнице бредит тот, кто тебе безумно рад. Но с ним опять шутить не станешь. Я вижу по твоим глазам, и шансов ужить не оставишь на зло всем классовым врагам. Ты, если хочешь, поцелуй дыхание песчаных бури огнем неоновой любви. Сама себе ты помоги, сама себе ты помоги огнем неоновой любви. Затянутая в кожу леди, ты не выносишь слово трон. Твое величие в победе, а не в ношении корон. Остальным какое дело? Тебя боятся короли за то, что ты разбила смело теорию святой любви. Ты, если хочешь, поцелуй дыхание песчаных бурь огнем неоновой любви. Сама себе ты помоги, сама себе. Сегодня с вами группа «Такие дела». Я продюсер этой группы, Сергей Калиновский. Сейчас вам представлю наших ребят. Значит, крайне слева Денис Давидюк, барабанщик. Денис Малышенко, вокалист. Саша Левин, лидер гитары. Крайне справа Костя Слабопицкий, гитарист. Владимир Витгун, клавишный. И Алексей Порохненко, бас-гитара. Мы существуем как более-менее серьезный музыкальный проект уже около 3 лет. Первый наш диск «Студенческое пиво», ну, достаточно был продаваем, интересен, ну и отмечен. И не только у нас на Украине, но и в Москве. У нас выпущено 3 клипа, все на песни из этого альбома. Это «Студенческое пиво», «Серые глаза» и «Песочный блюзок». Вот «Песочный блюзок», кстати, мы монтировали по мотивам материалов выступления нашей группы в
таком вот очень известном ночном клубе в Москве «Метелица». Ну, что можно еще сказать о нашей группе? То есть мы не спешим проявить себя как очень серьезные музыканты. Хотя и как бы тоже последних не будем пасти, так скажем. Ну и, в общем-то, опыт нашего существования на этом рынке, если можно сказать, что на Украине есть рынок, то есть привел нас к убеждению, что все, что мы будем делать основательно, надолго и качественно. Бесконечным сном.
победит первый шторм. Расскажи, пожалуйста, о своей трудовой музыкальной деятельности. Как все начиналось и как, в конце концов, ты попал в группу «Такие дела»? Начиналось это все довольно забавно, когда я принимаю участие в одном из альтернативных проектов. Мне совершенно назойливо мать сказала, говорит, иди, парень, работай, хватит тебе дурью заниматься. Я позвонил, мне взял газету. «Экспресс» объявил. Стал смотреть, какие предложения по работе, и совершенно случайно увидел такое забавное объявление. Раскручиваемой команде требуется барабанщик со своим инструментом. Я, конечно, посмеялся с этого, но потом позвонил, и так получилось, что я с ребятами встретился, и вот уже 2 года как с ними тружусь. Ну, у тебя есть любимые барабанщики в мире рок-музыки, поп-музыки? В мире джаз-музыки. В мире джаз-музыки, джаз-музыки, да? Есть. То есть ты ориентируешься на джазовых барабанщиков? Да. Барабанщиков? Да. Ну, какие имена? Деннис Чемберс, Амар Хаким, Дэйв Эйкл, Стив Гетт, Винни Калаюта. Это общеизвестные метры. Терри Бозио. А, Терри Бозио, да. Билли Кобом, может быть? Ну, да. Угу. Они все, у них всех есть драйв в игре. То есть учителя, ты можешь сказать, что это они были для тебя? Естественно, я много чего подчеркнул из их, из видео, в основном из видео, потому что аудио сложно, видео попроще, там, помимо того, что слушаешь, еще и видишь. Угу. Скажи, пожалуйста, а какую музыку ты дома слушаешь? Самую разнообразную, начиная от жесткой альтернативы, в принципе, с чего я начинал свою музыкальную деятельность, и до джаз-музыки, то есть AC-джаз, джаз-фанк-джаз, электрик-фанк-джаз, то есть поп-музыку. Я считаю, что музыкант не должен закрепощаться на каком-то одном стиле и слушать какую-то одну музыку. Я слушаю очень разнообразную музыку и не закрепощаю себя в этом. Скажи, а вот современная электронная музыка тебя как-то вставляет? Ну, AC Jazz я очень люблю, это электронная музыка. Естественно, в ней есть такое, чего не добьешься живыми инструментами. И это, естественно, заслуживает в ней внимания. Но, в принципе, живая музыка, она гораздо интереснее, в ней больше живой энергетики. Ты сейчас занимаешься только музыкой, или у тебя есть какое-то занятие, хобби там, или что? Хобби. Аквариумные рыбки. Не, естественно, я хотел бы заниматься только музыкой, но, к сожалению, в нашей стране это невозможно. Я работаю на курсах иностранных языков. Хотя хотелось бы, конечно, все в свое время посвящать музыке. И это, в принципе, моя мечта. Thank you.
жаром дышит, где-то высоко парят. Кто-то видит, кто-то слышит фантастический обряд. Сквернословят и гнусавят, люди не считают дни, и драконов громко славят земляные червяки. Дождь смывает без остатка накип матушки земли, путешествуют обратно вновь небесные сыны. Получилось так, что я лежал у истоков образования этой группы, а до занятий музыкой я, в принципе, самой музыкой не занимался. Меня когда-то выгнали из школы музыкальной, потому что не получалось у меня. Я учился на аккордеоне играть. С танцами у меня тоже не сложилось. А вот с вокалом, не знаю, это, в принципе, судить уже слушателям. А основа, истоки группы были заложено где-то в 92-м году, когда я приехал сюда из Беларуси. Вот. Да, я жил в Беларуси, до этого в Монголии, еще на Дальнем Востоке. У меня отец военный. Вот. И я приехал в школу, и был у нас вокально-инструментальный ансамбль, в котором я начал петь. Вот. Постепенно это все переросло. Уже начали серьезно заниматься с ребятами музыкой, назвались такими делами. Какие у тебя пристрастия музыкальные вообще? На чем ты воспитывался же? Какие-то у тебя приоритеты, может быть, в мире
рок-музыке или каких-то других жанрах были? Больше всего мне нравилась и нравится музыка рок-н-ролл, блюзы и тому подобное. Ну, то есть ты воспитывался именно вот на такой музыке, да? Я больше всего воспитывался на Сюткине. А, то есть все-таки на Браво? Браво, Браво, Пресли. В каком жанре вы работаете? Вот в каком стиле? Можешь ли ты отнести к какому-то разделу рок-музыки или поп-музыки? Мы когда-то с ребятами пытались определить свою музыку и назвали ее примерно так. Романтический рок славянской волны. Заниматься году так в 86-м. Вот, играл до этого времени. Рок-клуб киевский был. Потом была армия. Потом я это дело бросил после армии. Ситуация такая сложилась. А потом меня нашел совершенно случайно Сережа, наш продюсер, и предложил: давай вместе заниматься.
Говорит, давай. Вот. И потом началась смена музыканта в группе. И пришлось мне поиграть. Ну, понравилось опять. И так получилось, что теперь я играю, а не кто-то другой. Ну, ты начинал с гитары непосредственно? Да, я начинал с гитары еще, по-моему, в третьем классе в школе. В музыкальную школу ходил какое-то время, пока не надоело. Потом меня привлек спорт. Потом обратная реакция произошла. Так что вот такие вот пироги, такие дела. Ты же на чем-то, наверное, воспитывался. Какие-то у тебя были кумиры? Да. В мире. Первая моя запись на бобинный магнитофон — это был концерт In Rock Deep Purple. Вот. Потом Made in Japan, потом Pink Floyd, потом Queen, Dire Straits. И так вот до сегодняшнего момента, в общем, не изменились у меня вкусы. Угу. Ну а гитаристы какие у тебя? Ну, первый был, это, конечно, Ричи Блэкмор. Это... Я даже был похож в детстве на него, все мне рассказывали. Угу. Ингви Мальмстен, Владимир Кузьмин, посчастливилось даже познакомиться с этим человеком. Угу. Марк Нопфлер, естественно, Брайан Мэй, угу. Вот. Пэт Метини. То, что мне нравится, то, что я слушаю сейчас. Как ты думаешь, современная музыка электронная, кислотная, вот, которая сейчас на дискотеках, она имеет будущее или, так сказать, это... Ну, я думаю, на дискотеках, конечно, имеет будущее. Потому что музыка, она рассчитана на то, чтобы прыгать, танцевать, отрываться. А в плане концертов, конечно, я сомневаюсь, потому что, ну, прийти на концерт и слушать там 2-3 часа кислотную музыку, я думаю, это не очень интересно. Угу. Ну, хотя можно, я думаю, что в будущем будет какое-то объединение живой музыки, акустической и кислотной. Мы сами сейчас пытаемся так, ради интереса что-то делать в этом направлении. Ну, то есть в будущем симбиоз, может быть, произойти? Скорее всего, потому что все возвращается на круги своя, а прогресс не стоит на месте, он же идет вперед. Угу. Думаю, что это будет интересно через какое-то время. Скажи, пожалуйста, а ты участвуешь в процессе сочинения вот, композиции, аранжируешь, может быть? Да, конечно. У нас такая ситуация, что песни приходят сами по себе. То есть, что Денис принесет, что там, другой человек, там, Леша, некоторые песни мои. Но в основном вот, мои песни, они в таком творческом сотрудничестве с Сережей Калиновским, с продюсером с нашим. Mm-hmm. Он любит писать тексты умные. Я на них очень умную музыку. И получаются такие вот хитрые песни, которые очень сложно понять человеку непосвященному. Поэтому мы их играем достаточно так, ограниченное количество. Что-то на будущее оставляем. Mm-hmm. Когда начнется симбиоз акустической музыки и кислотной. Скажи, пожалуйста, а ты чем-то занимаешься, кроме музыки вообще? Нет. То есть ты профессионал? Ну, я честный человек по отношению к музыке. Либо музыкой, либо чем-то другим. Где-то рядом, где-то здесь. Это шустрая любовь, так успела надоесть. Не поставишь ей капкан, не забьешь в ружье жекан. На охотничьей тропе жизнь и смерть обман. Здесь глубокая нора, хочешь ты, а хочешь лезь. Здесь оскалилась леса за поруганную честь. Не ищи остывший след, не тащи куму на свет. На охотничьей тропе страсть всего лишь бред. Рыжая, бесстыжая, красная, опасная смолушка. Рыжая, бесстыжая, красная, опасная смолушка. Замышляет браконьер, то ли пакость, то ли месть. На
хочешь верь, как хочешь нет. Не напрасно счастье ждешь, на охоте ведь не грех. И слезится бедный глаз, затекает битый час. На охотничьей тропе много-много-много раз. Рыжая, бесстыжая, красная, опасная зверушка. Какие у тебя были опыты музыкальные до группы «Такие дела»? Ну, время. Вообще это начиналось очень давно. Еще, ну, в принципе, как я так думаю, многие начинали со школы. Я начинал с того же самого времени, с 8 класса где-то, когда были модные еще в то время школьные ансамбли, так называемые. Вот, в общем-то, толчком послужила именно вот бас-гитара. Это я пришел в школу, там набирали из учеников, которые умеют играть на гитаре, музыкантов. Вот мне, как всегда, не досталось гитары, хотя хотелось играть просто на гитаре. Была бас-гитара, в общем-то, так вот получилось, что я ее взял и понравилось, и продолжил дальше. Вот, а музыкальный, то есть я работал с разными коллективами, но такой один из, был такой проект, это «Я-я-я» с Юрием Здоренко. Вот. В общем-то, все. Потом я с Денисом, вокалистом группы «Такие дела», мы с ним работали вместе еще со школы, потом долгое время не общались. И вот, когда начал образовываться этот проект, просто он мне позвонил, меня пригласил, мы начали работать. Я занимался только по видеошколам, никто меня конкретно не учил. Вот. И есть, естественно, люди, вот Джон Патитуччи, Маркус Миллер, Брайан Бромберг и много других вот музыкантов, очень хороших, мирового уровня. Вот, ну, стремлюсь, стараюсь. А какую музыку ты дома слушаешь вообще? Ну, в принципе, вообще мне нравится ритм, блюз, джаз, вот такого плана музыка. Вот. Ну и, конечно, при рождении той или иной песни я стараюсь как-то вот свою партию построить таким образом, чтобы она нравилась не только всем, а мне тоже, естественно. Вот, и как-то подвести к направлению музыки тому, который нравится мне. Вот. Ну, в принципе, я смотрю, что никто от этого не страдает, и все получается как нужно. В частности, я вижу будущее живой музыки. Это однозначно. И на данном этапе идет некое возвращение именно к живым коллективам. То есть это и игра в клубах, и в концерты, именно вот живая музыка. Я считаю, что именно у живой музыки будущее есть, она была, есть и должна быть, и будет. Это точно. Кроме музыки занимаюсь музыкой в первую очередь и учусь в институте еще попутно, в транспортном университете украинском. Угу. Я его уже благополучно заканчиваю. Вот. Но вообще в основном делаю ставку на музыку, потому что это мне нравится, я этим занимаюсь очень давно. Ну, просто получаю от этого удовольствие. Твое лицо в окне, ты машешь мне рукой, но это все во сне, реальный мир другой.
ты не любишь меня. Ну и пусть. Музыкой я занимался как нормальный ребенок еще в раннем детстве. Но со временем, как всем нормальным детям, мне это надоело. Но вот захотелось мне заниматься музыкой, когда я впервые увидел клавишный инструмент электронный. Это был такой большой, у него было две клавиатуры, очень тяжелый. Назывался он или эстрадин, или фейм, я уже не помню. И вот когда я первый раз взял на нем аккорды, меня понесло на гребне волны рок-музыки после этого. Вот. Это было где-то лет 15, наверное. Ну, ты на фортепиано учился? Да, я закончил музыкальную школу, да, благодаря родителям, конечно. Mm-hmm. Вот. И вот после этого случая, да, захотелось. Было много групп, которые распадались, собирались, потом снова распадались, уходили в небытие. Очень много было таких групп. Ну, и, конечно, был курс молодого бойца. Mm-hmm. Свадьбы, халтуры, похороны. Все это тоже очень много дало. Вот. Ну, а как в такие дела ты попал? Совершенно случайно. Мне нужен был кирпич на даче. Я купил газету бесплатных объявлений. Ну, и раз уже купил, тогда решил прочитать все, что там есть. Я нашел интересное объявление, где, сейчас помню, как было написано, в популярную раскручиваемую группу нужен клавишник. Вот, я позвонил, попал на продюсера Калиновского, поговорили, пришел, увидел и победил. Вот таким вот образом попал. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то любимые клавишники в мире рок-музыки или там в каких-то других стилях? Может быть, так конкретно нету никого, но вот мне нравится, как люди преподносят свои мысли. Вот то, чем мне нравится, как работают клавишники у Джо Кокера, Фил Коллинза, у Милены Фармер очень хороший клавишник тоже. Вот. Ну, конечно, если так смотреть, кто ближе мне по стилю, может быть, я бы сказал, больше пианисты. Потому что тут и импровизация идет, и техника, и как правильно берется гармония, все это очень интересно. Угу. Вот это ближе пианисты, конечно. Ну, а ты слушаешь дома какую-то музыку вот такого направления? Да, безусловно, я слушаю очень много. Вот одно время я играл во втором дыхании. Это киевская блюзовая группа, если знаешь, да? Вот. У них не было пианиста, я как сын полка там стажировался несколько месяцев. И после этого я очень сильно присел на ритм-блюз, и до сегодняшнего дня это моя самая любимая музыка, ритм-блюзовая. Но так как играю в таких делах, играем и популярную музыку, приходится слушать и остальное направление. А ты кроме музыки чем-то занимаешься еще? Да, я еще работаю на молокозаводе. Кем, если не секрет? В котельной. Ага. А это не мешает? Мешает, конечно, но жить на что-то надо. Ага. То есть ты все-таки мечтаешь о том, когда группа такие дела будет зарабатывать музыкой? Ты считаешь, что это нормально? Ну, в нашей стране это практически невозможно, но хотелось бы в это верить. Что когда-нибудь своим трудом и любимым делом можно заработать себе на жизнь. Огнем горячий страх.
они снова летят и бросают мне под ноги твой взгляд. Я убью в самом себе всю свою любовь к тебе. Гильотиной слов и мысли отрублю весь смысл жизни. Огнем горячей страсти погорит былое счастье. Мне не страшно согрешить то, что перестану жить. Я начал заниматься в музыкальной школе. Довольно-таки поздно. Побыла где-то в классе шестом. Меня мама провела на трубу. И вот я играл на трубе, потом играл в оркестре на трубе. А потом решил, что буду заниматься гитарой. С друзьями играл, ну, тоже с такими коллективами. Mm-hmm. Ну, они все распадались. Вот потом я попал в коллектив «Такие дела». Это первый серьезный коллектив, ага, да, в который я попал, где вот есть люди, которые занимаются этим коллективом. А скажи, пожалуйста, а вот какие-то у тебя приоритеты в области рок-музыки есть? Вот люди, на которых ты, может, учился? То мне авторитеты, да? Авторитеты, вот, да. В этой области. Мне нравится Хендрикс вообще, нравится как человек и как музыкант. Современная музыка я не делю на электронную, не электронную, живую, не живую. Если это хорошо сделано, если это вложены эмоции, если это первично, если это не какой-то там уже третьей обработки, все. Но всегда интересно музыку с идеями послушать, неважно, электронная это или живая. А ты кроме музыки чем-то занимаешься вообще? Нет, не занимаюсь. Когда-то учился в политехническом институте, закончил, но вот не работаю по специальности. То есть решил посвятить себя только музыке? Да. Поступил в музыкальное училище, вот учусь сейчас. Тебе еще так мало лет, но ты взросла не по годам. Ты слышала, любви уж нет. Ты слышала, я жизнь отдам. А иногда слова. Ты верила ему и им. Ошиблась ты, ты не права. Слова растаяли, как дым. А иногда молчание стен. И не полслова от него. Не слышала ты обзамен. Лишь пепел больше ничего. А иногда слова. Ты верила ему и им. Ошиблась ты, ты не права. Слова растаяли, как дым. We'll be right back.
горд он был так смел. Пришел, увидел, победил, ног своих не разглядел. Тебе, который любил, а иногда слова слабо, ты верила ему и им. Ошиблась ты, ты не права, слова растаяли, как дым. Прошепчешь нежно и обнимешь вновь, опять родится первая любовь. Я замираю, слышу веселую тишину. Зачем, не знаю, мечтаю и вижу тебя одну. Нет таинственного секрета, что бы значило все это. Но взять с собой в дорогу позабудь.
мой, навек не забыть, не жаль. Все забудь, помолчи, наверное, улетай. Не отдай, извини, секрета, что бы значило все это. Позвони, позвони. Ни ответа, ни привета, в телефонной трубке это ты молчи. Не отдай, извини, секрета, что бы значило все это. Позвони, позвони. Ни ответа, ни привета, в телефонной трубке это ты молчи. Ты молчи. Ты молчи. Ты молчи. Ты молчи. Рассохшимся песке мы с девчонкой прощались, шли вперед, рука в руке. Но я знаю, что прощаюсь я с тобой не на века. Я с тобою повстречаюсь, мы пойдем в руке рука. Пока я прощаюсь. Нежный взгляд, вопрос не мой. Мы не ссориться, не злиться, больше не начнем с тобой. Но я знаю, что прощаюсь я с тобой не на века. Я с тобою повстречаюсь, мы пойдем, пойдем, пойдем. Мы пойдем. Остались на рассохшемся песке. Мы с девчонкой все прощались, шли вперед, рука в руке. Но я знаю, что прощаюсь я с тобой не на века. Я с тобою повстречаюсь, мы пойдем, пойдем, пойдем. Мы пойдем, пойдем, пойдем. Я знаю, что прощаюсь я с тобой не на века. Я с тобою повстречаюсь, мы пойдем, пойдем, пойдем.